Доброе утро, дорогие телезрители! Как же хочется быть стройными и подтянутыми, чтобы скорее достичь желаемой цели, уделите несколько минут физической нагрузки. Доброе утро! А сегодня мы с вами поработаем над нашими дельтовидными мышцами. Для следующего упражнения, которое называется жим Арнольда, нам понадобятся гантели. Итак, становимся в исходное положение, ноги на ширине плеч, ручки поднимаем параллельно полу, согнутые 90 градусов в локтевом суставе. Разводим, делаем жим вверх и делаем выдох. Выдох, вдох и выдох. Очень важно в этом упражнении напрягать мышцы пресса, для того, чтобы поясница наша не прогибалась. Гантели поднимаем по треугольнику вверх. Некоторых наших телезрительниц интересует вопрос, можно ли делать зарядку во время беременности? Можно и даже нужно. Это поможет подготовить наш организм к последующим нагрузкам. Но очень важно, чтобы вы обращались к врачу, потому что возможны разные противопоказания. Без консультации у врача нагрузок делать не стоит. Ко всему прочему, физические нагрузки помогут нам для психоэмоциональной разгрузки нашего организма. Итак, продолжим. Сейчас мы снова работаем над нашими дельтовидными мышцами. Нам опять понадобятся гантели. Мы принимаем исходное положение, ноги на ширине плеч. Делаем первоначально разводки в стороны, после чего поднимаем гантели, согнутые в ручках вперед, делая выдох, когда мы поднимаем гантели. Ножки немножко подсогнуть и напрячь пресс. Хорошо. Чуть-чуть согнуть ручки в локтях. Делаем 10 раз в сторону поднятия и 10 раз вперед. После чего можно отдохнуть и повторить еще 3 таких подхода. Вот теперь можно смело отправляться на работу. Заряд бодрости гарантирован. Всем энергичного дня!